Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Несу посылку из Латвии. Забрал на почте. На адрес театра отправили. Еле нашел на нашей почте. Туда-сюда. Там женщина меня узнала. Она быстро пробила Одессу. Говорит, идите туда-то, туда-то. Заберите свою посылку. Такая посылка. Сейчас в театре разберу, что тут. Двигаться не так стыдно. Я себя ненавижу. Я жена профессора Неумывакина. Сейчас одену красные рейтузы и пойду. Мне Володя так сказал робить. У нас сейчас репетиция. Значит, репетиция по Кармен. Оркестровая. 5 до 9, можно чокнуться. Вот театр напротив. Красивый у нас городок. Не только мусор, есть и чистые места, так что не надо ля-ля. Как везде. То, что есть чистое, есть то, что... Эта сумка стоит чья-то. Пакет. Ой, шнурок развязался. Встану. Помиль по мене. Вон она. Боже. Куда руку повернуть? Ой, хай бахнули. На камере неудобно руку поворачивать, как будто калека делаешься. Сейчас мы в театре ее и откроем эту посылку. Спасибо зрительнице, что прислала. Она мне написала в личку, что Самвел, тебе посылка на отделение почты 4930. Это наше отделение, главное, центральное. Очень красивое здание, кстати. И хорошая почтальона. Женщина работает. Она меня узнала, кажется. Я даже ваш документ спрашивать не буду. Що про мене люди думають в театрі, інтересно? Що це? В колготках там вдома. Чесно, мені все одно. Навіть не інтересно. Головне, що я про себе думаю. Зараз тут на вахті зрительниця. Вона теж смотрить, дуже хороший вахтер. Здравствуйте. Здравствуйте. Актер всегда смотрит сюда. Привет, говорит. Здравствуйте. Ой, спасибо. Не влазим. Здрасте. Здрасте, Валентина Михайловна. Привет. Санек, привет. Привет, Санек. Все, хочешь посылку прислать? Да, ты не ходишь с пустыми руками в театр. Обычно все с работы тащат, а ты на работу. Ну что, артист несет домой. Тоже сегодня вспоминали. Я на похороны ездил, у меня соседка умерла. Я вот это с 11 прибежал, Кармен отрепетировал. На без 15-12 и на такси поехал в Морг Мечникова. Ой, они, честно, уже надоели. А чего ты боишься? Куда ты бежишь от камеры? Ну иди сюда, от народной славы не уйдешь. Да, чтоб твой педагог не подивился, давай. Чтоб Навроцкий смотрел, как его студента жива. Что он будет... Я вино принес вашему студенту, бачите, таке домашнее. Все, ох, это класс. Нам положи, это самое, я пошутил. Я пошутил, что вашему студенту. Да. О, это вино двухлитровое, да. Короче, тише передали вот это. Кто это? Это не ты? Это я передавал. Да, а кто это? Передавал? Это Ничита это Дрита. Не помню. Ничита Дрита. Кто-то передавал, да. У нас есть репетиция по Кармен. Надо посмотреть, где Леська Хвеська. Все-таки раскрываемся.
Там такой азарт появляется. Ни с жена чего. Профессора не умывакина. Ни с чего просто. Азарт, да. Мне тут посылку прислали и сказали вроде как тебе и твоим друзьям театр. Обещающее начало. Чтобы да в конце неизвестно. Ну что он там? С остервенением я так прежу. С остервенением. Сука, давай запыляй. Я колбасу ее. Потому что он же не острый. Такой чуть-чуть. Ого. Ого. Мне всегда так нравится, открываешь. Не думаешь, что там? Оно как клад. Ты представляешь, как интересно, да? Как сокровищница такая. Ящик Пандоры. Вот что делать? Начинай с любого. Боже, вот это я смотри, Леша. Что это мне душой кажется, что это тебе? Так. Ну вот посмотри, не написано нигде. Записки нигде нема. Там что-то карта, Леша, тяная. Типиски. Типиски, посмотри, что там. Карты, ну конечно. Карты, открытки, это кому? Это тебе сам. Так, смотри. Смотри, какая открытка красивая. И как будто это не ребенок рисовал просто. Фломастерами. Я не знаю, вроде нет. Хотя может быть. Вот такая Москва. У тебя есть, по-моему, такая, да? Да, шось, может, так и подобное. Вот интересная, какая необычная. На конях скачет Дед Мороз. Даже не знаю, чьи это производство, может. Латвийская, Латвия, по-моему, да. А, ну тогда ясно. Тут такие буквы, я думаю, это репост. Красивая. Ага. С Новым годом. Вот это. 74-й год. Вот красивая. У тебя есть такая? Что-то похоже, да, есть. Что-то похоже, платок другой тик. Да. Вот. Ну красивые открытки. Такой вот. Тоже нема. Да? Хорошеньком состоянии, хороший. 87-й год. Ты представляешь, 31 год. Угу. Вот это нравится. Ой, да идите уже, ради бога. Спасибо большое. Что там еще? Три такие карты Санкт-Петербург. Mm. Там с видами или оно? Ну, открой. Смотреть. Я думаю, что с видами на рубашках разные виды. А, ух ты, вот это красиво, да, посмотреть. Разные вообще, на каждой карте какое-то фото. Полностью разные. Орел тут с крыльями. Конь. Так, спасибо. Что там еще? Так, сейчас там еще шутки. Я всегда жду, когда письмо есть. Мне всегда письмо я люблю, чтобы почитать. Да. Чтобы понять, разобраться, что к чему, откуда, что. Сейчас. Какая пудра. Ну, тут еще открытки делают. Ага, сейчас смотрю. А что это такое? Это что, анальное это? Это похоже на ёлку. На пробку. А, это ёлка. Ну, можно и туда, да. И туда потом. Я никогда не бачу эту штуку, яку я кажу. Даже не представляю, зачем она надо. Но что-то интересное. Ничего лишнего не выпадало, может, я не знаю. Ты думаешь? Зачем она надо? А что может оттуда выпадать? Не знаю, у кого какие болезни. Ну, как понять, кому это? Ну тут не подписано. О, котик. Значит, тебе. Котик, здравствуйте, Самвел. Привет из Латвии. Смотрю вас с 2016 года. Спасибо за всю, за вашу работу, музыку, за то, что вы нас можете видеть на Ютубе. Ты лучший. Это маленький сувенир для всех вас. Тортиком угости коллег в театре. Конфеты тоже разделить с коллегами. Остальные сувениры Лесе, Максимке, Игорю, Алексею. Возвращаюсь голосом Алексея. Томасу тоже игрушка. Спасибо большое. Проты тебе в рыбе фосфор. Для ума. Клюква и конфеты с чесноком тебе, чтобы не болели. Кубик с Латвии, чтобы знал географию. Спасибо за то, что ты есть. Ваша зрительница из Латвии, Лилия. Лилия, спасибо огромное. Лилечка. Такой милый котик. Оно как будто что-то или пудра, или песок, или сахарная да, пудра. Да, такая, как персик. Ой, какой красивый. Ох, мерзавец. Так. Спасибо. Это тут было необычно. Вот такие конфеты. Леша, открывай, будем пробовать. Будем пить чай. У нас сегодня репетиция допоздна. Вот вторые конфетки. С клюквой. Это клюква.
так это и... Помнишь? А, да, вот. Это ж клюква, это ты мне угощал или кто, или мне присылали? Да, у нас в ВТБ продается клюква. Клюква с сахаром. Да, в этом. Куква-муква. Так, а вот это ж куква, муква, ой. Это ж куква-муква. И рассыпалась. Это, смотрите, Самвел Алексей Игорь с годом китайской желтой земляной собаки. Он начинается 16 февраля. Ого, желтая земляная собака, это кто, барсук? Mm-hmm. Спасибо вам за ваше мастерство, желаю вам успехов в новом году творческих Лиля Латвия, 2018 год. И такие котики, це я забираю собі котів с такими глазами красивыми. Я ты клюкву? Угу. Ну, так, конечно, получше, чем для тебя. Это из Латвии. Это из Латвии. Угу. Чокнуть из руки. Она что прислала? Дивиться. Прикольно. Что тут? Питание кислого. А, о, вот, Максим. О. Видишь? А, тоже. Ага. Наверное, внутри подписано. Нашел? Нет, нема? Ага, смотри. Ага, бачишь, что тебе казал, дивись. Алексею. Ага. Правильно? Мы все правильно поняли. А у меня не подписано, у меня открытка. Так. Леша, что это такое? Здесь что это такое? Разбери. Что там написано? Конфета? Не знаю, 300 грамм. Шапку. Шляпу твою. А, это типа... Цукерки компете. Это какие-то как хлопья. Ну раскрой их. Что, может их надо с молоком дышать? Да нет, там печенье, какие хлопья. Что ты чудишь? Лешу постригли так красиво. Спасибо. Что там? Не хочешь. Ну так это печенье. Убрать? Конечно. Ага. Сердечки, покрути в другую сторону. Против часовой стрелки. Все. Что это за корень? Ой. Конфеты? Угу. Так, это... Томасу, боже. Зайчику я дома покажу. Это с чесноком. А, точно. О, ты же мне сказала с чесноком. Это мои. Это Леси. Леся тоже сама вам покажет. Свои. Так. Это мини шпроты. Ой, спасибо огромное за шпроты. Это я обожаю. Ням-ням-ням. Так, это, наверное, Игорьку. Да, это Игорьку. Вот Девин есть. Это убери это, Леша, туда. Мы не будем дивиться. Это Самвел. Кубик. Рубика. Я, кстати, люблю. Ні, це якийсь другий. А, що біографія. Ого, це біографія, да. Спасибо большое. Так, а це кому? А, это Томасу. Это Томасу, это мені. Так, это конфеты шоколадные. Глянь, сколько. Ой, печенье. Здрасте. Михаил Сергеевич. Не знаем, десь. Ну, Леша, это надо разобрать. Сладкий чеснок, первый раз. Да, кстати, очень вкусный, да? Сочетание. А что это? Это про... не Томасу? Про... Это что-то тоже с чесноком, да? Да. Это не Томасу, а что Томас дурнее всех или что? Это видно тортик, вот это открывай. Это, да. Это мы поедим сейчас. А это конфеты. О, и тут, глянь. А что ты насыпал конфеты, Рига? Это конфеты мы разделим? Такие конфетки. Раздеребанили посылку. И туда. О, а, это типа вафельного торта. Покажи. Пипак ку-ку. Ку-ку пипак. Пипак в куку. Спасибо огромное. Лиля, здоровья вам, любви. Хай вам все будет хорошо. Привет в Ригу, в Латвию. Никогда там не был, там очень красиво. А ну. М-м-м.
С чесноком тоже? Нет. Ну тебя их. Вот эти конфеты пробуем. Это корицей. С корицей, да. Очень вкусно. Вот эти, смотрите, какие. Рига. Столица Латвии. Мать городов Латвии. Мать? А это мужик? Рига. Чи женщина? Какие уже, мать городов русских, да? А Латвия латвийская. Боже, какие конфеты. Ломасу. Конфеты обалденные. Смотрите. Вот. Будут красный маков. Ну, типа каракума красного мака. Оставьте лети. О боже. Ужас. Так все же помпа яйцам. Мы попьем чаек и пойдем. Лилия, спасибо огромное. Пью чай. Жду выхода на сцену. Всего тебе хорошего. Спасибо, спасибо. Низкий тебе поклон. Здоровья тебе крепкого и радости. Душевного спокойствия. Спасибо тебе. Очень вкусный торт сейчас едим. Такой очень-очень вкусный. На нас? Заходь сюда. Привет. Привет. Там тебе подарок на столе. Дивись. Нас там не треба, случайно? Нет, там ну, пока не мы. Взял? Это уже дальше идет. Ну, сначала взяли, да? Какой подарок? Там, смотри, где-то в пакете. Какой-то пакет должен быть подписан на Лесе. И Максиму, по-моему, там есть. Это от Лили из Латвии. Спасибо. Леся. Кто открыл? Не знаю, я не открывал. Это было на почте, наверное, открывать. Спасибо. Шоколадка. И чашечку. Рига. Блэк Балады. Ух ты! И чашечка с кошкой. Ух ты, с кошкой? Может, ты попутал, может, это тебе? Я не понял, что это такое. Боже, какая кошка красивая. Мама дорогая, она супер. Написана. Какая красота с кошкой. Еще и бусика. Вольера. Что за вольера? А где Максиму? Там на ручной работе. А вот Максим, держи. Дякую, кто человек надо? Это Лиля из Латвии, Лиля, из Риги. Спасибо. Я как раз разбила чашку недавно. Будешь с котом пить. Спасибо. Мне, конечно, сердце кровью обливается, что на мне такая чашка. Я провозила и там тебе, и Коле, эти кружки. Я не бачу, бы ты з неї пив. У мене кружки собрані, їх куча целая. Штук 40. С камешком, видишь? С камушком, да. У меня такая кошечка, похожая, стоит из этого. Дарила зрительница из Минска. Только она с котик с кошкой. Видите, вот это отдельно. Очень красивая, оригинальная кружка. Я таких не видел, кстати. Спасибо большое. И Максиму посмотри. Что это? Рефлектор, а что такое, я не знаю. Здесь шнурочек. Наверное, на коту. Уже это попало до Максима. Что это я не знаю. Нет, на русском. Прикрепите светоотражатель с правой стороны проезжей дороги на уровне колена. Да и светоотражатель заменить на новую темноте время. Это для катания на велосипеде еще? Да, наверное. Держи. Ух ты, смотри, такая Рига. Очень красивая, кстати, дома. Конфетный. Такие, как люди из этого, знаешь, Снежной королевы, датская такое. Как во Львове. Ну, Польша, да, Рига. Вот. Это вот. Ручка. Это ручка, да? Да.
Но пришли хотя бы смайлик на мой одинокий серебристый телефон. Хай-хай, да крутится, это ж заряд. Прикольно. Мне понравится. Нарушаю дисциплину новую. Смайлик. Спасибо вам большое огромное. Там еще что-то есть? Я в имени Максима. Все подивилось. Только что-то они все такие в пудре или в муке, о чем это? Ну это были такие конфетки от Беридиани. Все, ну дальше буду. Там бери торт, это самое печенье. Спасибо. Там вот это вот клюква. Видишь, клюква была в этом. Что вы нас помните, про Максима помните, он давно его видно не было, помню. Спасибо большое. Печенька бери, тут конфеты бери. Там торт, конфеты. Наливай чай, только закипел, Леся. На сцене что ничего. Давай себе такой просыпало, бачите? Ну, что это. Это вот отсюда. Трудно, да? Видишь, тоже порвали. Проглядали. Ну, мабуть, сожрали пару штук. Конечно. А, потому что, бачите, коробка порвана и скотчем. Угу, угу. И вам большое, Максим. Так. Красивые коробочки такие старалась. Глянь, как под крокодилеву кожу. Золоти. Змеиную. Или змеиную, да. Скажи, да? Тебе надо такие для подарков? Ну так это кому-то есть, нет? Нет, это ну было тут Томас, я просто не собираю такие пакеты. Я собираю еще в пакетах. Вот эти конфеты для Сибири вкусные очень. Рига. А я ж не по конфетам, а ты вот, это Томасу. Ты вмывала это? Ну, протреш. Тоже. Это внучка профессора Неумывакина. Это для подарков, чтобы я дарила подарки. Да, ну кому-то пойдешь, да, подаришь. Я люблю делать подарки. Когда мы выходим, я не пойму. Я во втором месте. Что ты робишь? Боже, глянь, ты что на робу? Все сыпется. Пудра. Ты не вымывальник. Слушай, а ты показался, что ты есть? Конечно. А что я должен кому показываться? Идет репетиция. Где я должен отметиться, что ли, где-то? Иду. А, что я не показывала? Подойдет мое время, буду на сцене. Все остальное такое устраивает. Господи, голос из прекрасного, прекрасной урлы. Леська Страпаниха. Вкусные резкие конфеты. Леся, тебе нравится Леська Страпаниха? Ну, нормально, слова. Слова я таких не ведаю. Страпониха. Да кто не знал Леську Страпониху, все знают. Что ты свариваешь? Это Таня. Не скончилась. Таня спит. Ничего, сейчас он чай, тортик поели, спасибо огромное. В общем, сейчас я ухожу. Леша остается. Уточняю. Материнская любовь, одна и вторая. Так, все. Леха, давай, пока. Все, пока, Танюха. Спасибо тебе за подарки. Страпониха. Пока. Пока. Будь мудрый. Спасибо. Будь выдержанный, Леся. Я уже и так очень сильно выдержана. Покажи белье сегодня, люди каждый день не хотят видеть. Не могу. Ну краешек, выше колготок. У них была подружка в Львове, вона сказала, білизна це біла, а якщо чорне, то чорнизна. Покажи свою чорнизну. Все, пока. Так показывай на камеру. Трошки, ну трошки покажи колготки. Не пьет уже. Колени? Ну выше чуть-чуть, да там да. О, давайте, пока, все. Пока-пока. Сегодня репетиция с 5 до 9. 20 числа завтра. 21 с 11 общая репетиция по Кармен. Я выписан. И с 11 такое же время на летучке я выписан. Как интересно мне разорваться. Не могу понять. До свидания, Валентина Михайловна. До свидания.